Улица Юг Северного флота. Несколько дней дорожники здесь ведут работы по установке нового бортового камня. Уложили практически 100 метров бордюра. Как работать дальше, помешала погода. На прошлой неделе работы были полностью завершены по подготовке песчаного щебеночного основания. Но вот сейчас придется всю работу выполнять заново, и в связи с этим работы срок отодвигается на 3-4 дня. В результате ливня щебеночное основание, несмотря на тщательное уплотнение, размыло. В результате ливневых потоков образованы песчаные наносы, что не то, что затрудняет, а необходимо, значит, это повторно выполнить работу. Сумма контракта от этого не меняется, просто это большие неудобства приносит подрядной организации. Сейчас подрядчик будет вести работы по очистке корыта от песчаных наносов, для того, чтобы подготовить их к установке нового бортового камня. Татьяна Лисеева, Анжелика Барминок, «Наше время».